Написано, что когда Бог отдал Тора нам, в какой гору Он дал? Сами, ну, как ее имя? Почему в Синай? Написано, что когда спустилась в Тора, спустилась сина ла олам. А? Ненависть, да? Начали нас ненавидеть. Да? Сина ярда ла олам. Что вы знали? Если человек соблюдает Тора, и он делает все, как написано, и за это его не любят, что вы знали, что Бог его выбрал от всех. Он получил Тора. И это, кто его ненавидит, он от этих, кто нас не... от этих, кто не получили Тора. Почему? Потому что человек соблюдает Тора, и за это у него есть проблемы. А, ты с нами уже перестал встречаться, мы уже не для тебя. Ты уже не проходишь туда, не проходишь сюда. А, ты уже святой стал, ты уже цадик стал. Я не цадик. Я хочу держать, что написано, соблюдать все, что написано. Если за это меня не любят, это говорит, что я получил Тора, а не нет. Ярда Тора ла олам, ярда сина ла олам. Ярда Тора ла амену, ярда сина ла амим. Я был пару месяцев назад в Остри, в какой-то дом, и после этого я получил какой-то звонок, и мне кто-то сказал, что он хочет сказать правду в лицо, но он боится. Он сказал, почему. Он сказал, слушай, в моей лекции проходит только 20, я только начал, год-два. Только 20. Я рассказал это в одной лекции. Он говорит, если я скажу правду в лицо, они ко мне не придут. Я могу их потерять. Если я им скажу, что за шаббат, они не соблюдали шаббат, они не заходят в рай никогда. Кортим это адам мин аолам, они ко мне больше не придут. Если я скажу, что за каждый грех Бог им даст удар, они больше не придут. Я сказал, ты понимаешь, ты не можешь быть еврей. Сказал, почему? Потому что Мордехай был еврей. Почему? Потому что все пошли в свадьбу. Была свадьба. Был вечер, царь сделал вечер, все пошли, да, кушание было бадац, было кошер, все было кошер, все было супер, как надо, все, дечури, криба, это, хойогуш, душпере, минти, манти, все было кошерная еда, все было как надо, но все сидели вместе, мужчины и женщины, все танцевали вместе, мужчины и женщины, Мордехай не пошел. Что когда все миштахавим, как они миштахаву? Поклоняют, да? Все. Мордехай не готов был. Почему? Ария Кадош пишет, что он починил Яакова Авину этот вещь. Яакова Авину, когда видел Эсав, он это сделал не для Эсав, лешем шамаим, но потому что кто-то увидел и только подумал, что он это сделал. Он должен был прийти опять и починит. За маленькая ошибка, что он вообще не ошибка не сделал. Он это не сделал, потому что он боялся от Эсав. Он это сделал лешем шамаим, что не была война. Он хотел его, когда-то ему такое уважение. И Мордехай пришел сюда починить этот вещь, что Яаков сделал Эсаву. И когда Аман ему сказал, он ему сказал нет. Есть говорят, что за это, что Мордехай это сделал, Аман хотел нас убить. Но нет. Бог пишет, за один такой, как он, я спас весь еврей. Когда Илияу Нави пришел наверх и сказал Авраам, Ицхак и Яков, давай, ваши дети, сейчас их убьют всех. Они сказали, знаешь, мы не можем помочь. Быстро Илияу Нави пошел к Моше Рабену. Моше, ваши, твои дети. Он сказал, если ты найдешь один еврей, что он этот грех не сделал, я отсюда буду молиться, и он оттуда, и будет чудо. Илияу Нави сказал, я нашел один. Это Мордехай Иуди. За это он называется Иуди. Потому что он верил только Всевышний. Он сделал только что написано.
Это, что и написано, он сделал. Он искал, кто мне будет любить. Да, урок тут сегодня, Барух Ашем. Если от этот урок никто не поменялся, лучше мы пошли в какое-то другое место. Уроки это не для этого, что я сказал, ой, какой он сладкий, ух, какой смешной. Ой, он такой, знаешь, он не говорит нам ничего, он дает лекции и уходит. Мордехай не был такой. Авраам Авину его ненавидели. Авраам Авину ненавидели его. Вы знаете, что это сейчас человек заходит домой, говорит, папа, я вернулся бетшува. Берет телевизор ломает, айфон ломает, таблет ломает. Фейсбук, Твиттер, там что-то там, WhatsApp, что, Viber, что нету сегодня. Все ломает, все ломает, все бросает. Сегодня кто может такое сделать? Никто. Кто может зайти домой сегодня, веса вода зара ломать? Никто. Мордехай иуди, кто мог, дечурик, все идут на этот вечер. Все идут туда. А Мордехай говорит, я, куда Бог не заходит, я не захожу. А где есть позор против Бога, я не захожу. Да, там кошерная еда. Но я туда не захожу. Бог не там, я не буду там. Моше Рабену, когда Моше Рабену поставили на круг Моше помощники, весь Израиль сказали спасибо, что ты такой, как он, спустил от нас. Они хотели его спустить. Корах взял 250, самые большие рабио, подпись. Бумага на Моше, что Моше грешник, что Моше гулящий, что Моше такой, что Моше гуляет с женатая, с одна, что она вообще хас ве шалом. Хотели его спустить. Почему? Потому что Моше Рабену сказал правду всем. Да, 100, может быть, 10 им не нравится, потому что они не от евреи. Они не получили Тора. Человек, что получил Тора, он соблюдает ее. Человек, что не получил Тора, он злой на такие, что говорят, что написано в Тора. Я когда-то сказал кому-то, знаешь, извини. Я сейчас тебе сказал правду, я хочу тебе спасать. Я хочу тебе, что ты, у тебя был рай тут и там. Если я что-то сказал, что не написано, скажи мне. Если я обманывал, скажи мне. Он не нашел ответ. Это Ецарара. Ецарара что говорит? Есть то, что завтра пришли 200. Почему ты делаешь так, что пришли 90? Бог, слушайте, есть книги, тысячи листы. Тысячи листы. Наша Тора, она самая маленькая. Она маленькая, худенькая, так, нету много в Тора. Нету много в Тора. Сколько парашот есть в Тора? Сколько хумаш есть в Тора? Маленькая Тора. Весь мир, весь будущий, все, что было, все, что будет, все написано на этой Торе. Каждая буква, она как 5000 книги. Бог говорит, это мне не касается, сколько пришли. Мне касается, сколько поменялись. Сколько отсюда взяли что-то и поменялись. Сколько от этот урок взяли и поняли, что надо поменять. Это что пришли тысячи и посмеялись. Это красиво. Это красиво для видео, это красиво для результата, это красиво для рейтинг. Авраам Авину не искал рейтинг. Моше Рабену не искал рейтинг. Мордехай Иуди не искал рейтинг. Йосеф не искал рейтинг. И в конец все они были самые большие. Потому что они не искали, сколько придут на лекции. Они мне полюбят или нет. Что они мне скажут? Я сказал, как написано, это что мне касается. Это что мне касается. Так написано, так надо сказать. Почему? Если я могу спасать один еврей, написано «Амациль нефеш ми Исраэль», кило ицил олам шалем. Если я мог спасать один еврей, это как будто я спас весь мир. Есть вопросы до суда? Есть вопросы? Я хочу вам рассказать гмара, одна гмара. Слушайте все, это сильная гмара. Написано так, что было, о, мужчине это очень, им это понравится, я вам даю. Была одна женщина,
איטליאן, ככה אומרים איטלקיה, איטליאנס, דה? איטליאנס. נו, איטליאנקה. נפיסנה שטורניו קרסתה בולה, סמי קרסיביה נביא סמיר. אנה שלה, ודנה, מסתה את רומא, נו, רומאים. אנה בולה סמי קרסיביה. בול עדין, עדין עברי, חרוש עברי, צדיק. שטורן סלושל שטויסת עדנה קרסיביה איטליאנקה. יון נסמוק סלושת שטויסת עקאי קרסיביה, היא ניובידית. את התיג'לו. און ספרסיל סקולקה ענה ביריות. אימוס קזלי, צ'יטיריסטה זהובים, צ'יטיריסטה זולתה. און סקזל ריאנה ידעו. און נשול צ'יטיריסטה זהובים זולתה, היא פסלל קניי, היא בזיעה לוצ'רד, נומר, כדאי אז זה חשוב, ככוי דין, ככוי צ'אס. היא פרשול צ'אס, עדיין. און הדיוסיה, היא וישל תודה, ויש. און סידית, נאוליצי שדיות, כדאי יבוא אוצ'רד פרידיות. אך, מושיני ביושי שדיות, אשתו אותם, דה. И зашла ее помощника, помощница, и говорит ему, ваше время пришло, сейчас, пришел сейчас, зайдите, пожалуйста. Он заходит, и он ее увидел, и он весь течет. И она ему говорит, слушай, тут 7 кровати. Я так делаю, как будто я там был, да? Тут 7 кровати. От золота, от серебряных все. Выбирай, какой хочешь. А там есть кровать, 2 этажа. Выбирай, какой хочешь. Написано Багмара. И он сказал, я хочу этот кровать, 2 этажа. Там золото, серебряное там. Написано, дечурик. Написано, что она спустилась и поднялась. И она сидела там и ждала. Он тоже спустился, но оставил на себе цицит. Поставил цицит внутри, в штаны, и поднялся. И как он поднимается на лестнице, цицит вышла, и на его лицо закрыло лицо, и как будто ветер на его лицо, и он не может спустить цицит от его лица. Отсюда Рав Увадия говорит, что ספרדסקי, אם נדה ציצית נוטרי פסטבית. הרמה גברית שאתה ציצית נדה פסטבית נוליצי. עתת את גמרה. עתת את גמרה. יון חתיל פדניאצה, און נסמוג! ציצית נאיבו ליצו, יענת המשדיות! און חושת פדניאצה, און נימוש דיבידית! און קק נוג ובזיאר נניז, ציצית תוז'י פשלה נניז. Он начал плакать, сидел на пол и начал плакать. Какой грех я чуть не сделал? Спасибо Богу, что эта цицит меня спасала. И она так нервничала. Она быстро ставила, поставила на себе что-то и спустилась. И она ему говорит, слушай, я тебя не оставлю. Если ты мне не скажешь что-то, что ты видел у меня не тот. Что ты у меня видел, что не тот, что? Весь мир был со мной. Самый богатый был у меня. Самый красивый. Весь цара, весь мир, весь Москва на меня со мной были. Все, что ты у меня увидел, что? Он говорит, это не вы. Это не ваша ошибка, вы все нормально. Это не вы. Не, я тебя не оставлю. Ты скажи мне, что ты у меня увидел. Почему ты от меня ушел? Он говорит, я вам обещаю, это не вы. Это не за вас. Я тебя не оставлю до этого, что ты мне скажешь правду. Он начал плакать и сказать, ты знаешь, есть одна мицва, что я ее держу. 100%. Это цицит. Я без цицит не сплю.
Я все делаю с цицит. И только за этот мицва Бог меня спас и дал мне знак, что мне нельзя это грех делать. Только за этот мицва. Она на него посмотрела и сказала ему: я тебя не оставлю. До этого, что ты мне не скажешь, кто твой раввин, от какой город он. И еще, я хочу все знать на тебя. Он сказал: мой раввин это Раби Хия. И такой город. И так, и так. Написано, что она взяла весь ее деньги, весь ее золото, бриллианты, все. Один на три части она дала Малхут Роме, что ее не убили. Она им дала. Рома там, она дала им. Барлускони, как его зовут? Барлускони, она ему дала. Один на три, вторую часть она дала бедным. И третью часть она себе оставила. И пошла к этот раввин. Ува. Заходит такая красивая לבית המדרש, в синагоге. А где Раби Хия? Там сидит. Она пришла к Раби Хия и говорит ему: Раби Хия, я хочу вам рассказывать что-то. Она все ему рассказала, и она ему сказала: я хочу сделать гиюр. Я хочу его, что он был мой муж. Она сделала гиюр, вернулась бетшува, и она вышла замуж на этот ученик. За этот, с ним она женилась. Он женился с ней, и они жили, и Барух Ашем. Написано, за одна мицва, что он держал 100%. И не только это. Если ты хочешь что-то взять, и нельзя, если это твой, подожди, ты его получишь. Не надо его, не надо украсть у человека что-то. Если это твой, ты его получишь. Ты сейчас что-то хочешь, это не твой, не бери. Если это твой, ты его получишь. Он ее хотел, но за мицву он ее не трогал. В конец, если это его, он ее получил. И она была его до 120. За одна мицва. Есть вопросы, да? Это все от Всевышнего. Ты сейчас думаешь на кровати, брат, да? Нет, одна двухъярусная, остальные сядут, место не мог на другой кровати. Я уже, он уже на кровати, что думает? Что вы знали, каждую вещь, что мы делаем, надо, чтобы было скрыть от глаза. Не показывать. Не показывать. Если такие у них есть 100 рублей, они теряют 1000. Показывать. Не показывать. У тебя есть 1000, надо показывать, как будто у тебя есть 100. Сегодня все по-другому. У него есть деньги для купить Mazda, он покупает Mercedes. А есть такие умные, у них есть деньги для Мерседес, покупают Мазда. Это умный. Надо быть такой умный. Табиле. Я не обещаю вам, что если кто-то получит цицит, у него будет итальянка, что она вернулась без чува. Это не могу вам обещать. Кто хочет цицит? Пожалуйста. Встань. Кто хочет, скажите, я ему дам. Знаете, сейчас был ребенок, что умер 10 месяцев, Овадия Йосеф, Бен Веред. Это урок тоже для его поднятия его душа. Что его душа
на нас, Беззад Ашем, посмотрит. Цицит, пожалуйста, встань. Лаок, давай. Не поставь на себя. Это не стакан, что надо держать. Элоэну мэлэх аулам, шехияну, икиману, вигияну, дазман азэ. Амин! Амин! И есть вопрос. Ребенок 10-11 месяцев. Почему он умер? Что он сделал? Что он дальше год не жил? Что ребенок сделал? Есть много вопросов, правда, Артем? Что мы не знали такие. Есть много вопросов, что сделал тот ребенок? Написано, что на этот грех, что сделали родители, за это теряют их не дети. Есть 7 грехов, что человек делает, и за это он теряет его дети. Когда Бог сказал Адам Аришон, мот умат, Адам Аришон потерял ребенок. И вот 2 дети убили один другого, убили. Так он потерял. Почему махацит шекель? Вы знаете? Потому что мы не понимаем, мы тут пришли в половину. Если человек заходит в театр, или в какое-то кино, синема. И он зашел, опаздывал на 45 минут. Пример, сколько сегодня фильм? Это час-полтора? Он зашел, в 45 минут зашел. И он увидел, как 2 мужчины берут мужчина и женщина и стреляют, и их убивают. И их не дети убивают. И он кричит, для этого я пришел в этот кино, для этого я заплатил $15. Для этого, что я увидел, как 2 такие плохие убивают весь семья. Ему сказали, что ты хочешь. Я хочу деньги назад. Почему? Потому что это неправда, как это неправда. Это неправильно. Как можно так убить весь семья? 5 детей, 2 мужчина, женщина. Это неправильно, это больно. Как вам не больно? Сказали ему, слушай. Ты наполовину кино пришел, ты опаздывал, ты наполовину пришел. Если ты видел начало, это дети, они издеваются в школе на других. Это родители, они делают плохие вещи. Это отец, кто его убили. Он убил тут почти всех. Он сам плохой человек. Он понял, сказал, извините. Так человек, он пришел сюда в половину. Он не знает, что было перед это. Он пришел починить что-то. Он не знает, что было перед это. Это махацит. Мы пришли половина. Мы не понимаем, что было перед этим. Мы не знаем, что мы пришли починить. За это не надо быть такой умный. Не надо делать Бога, что, какие шоты есть у Бога. У Бога есть его шот. Есть вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста. Давай, не стесняйся. Стесняйся от греха, нет мицва. Барух, шехияну, киману, вегияну лазман азе. Кол аковод. Кол аковод. Кол аковод. А? Вопрос. Я не слушаю, извини. אלפיים שמונה מאות עבדים יהיו לכל יהודי שלובש ציצית. נהיה, 2800 רבוב, דה, רבוב בוי תוקש דיברי. נפיסנה שתו ז'נשינה, וז'נשינה, ז'נשינה, שתו ענה עדיבה את קסינקה, שתו ענה דלת שסט וישי, וניהו תושב בודת. Да? Да. Они все для тебя сделают. За один мицва цицит. А, кто-то спустил 17, взял для себя.
Ты знаешь, я зашел куда-то в какое-то место, и я сказал ему, сколько стоит это фото. Там был Рав Авадия. Он сказал, 500 шекель. Потом я увидел Раби Шимон, ему сказал, сколько она стоит. Он сказал, 800. Потом я увидел это Раби Нахман там, сколько это, он сказал, 1000. Потом я увидел там Рамбам, сколько, он сказал, это уже не для вас, я думаю. Я сказал, почему, да, сколько? Это уже 1500. Он сказал, хорошо. А это Баба Сали, он сказал, нет, вы уже далеко ушли. 2000. И там еще фото, до 5000. Сказал, почему так они поднимаются? Сказал, и там было одно фото, и картина была белая. Он сказал, сколько это? Он сказал, сказал, почему? Он сказал, это 10 тысяч. Сказал, почему? Он сказал, это святой, что его никто не знает, кто он. Цадик не стар, за НМЛС. Это его никто не знает, кто он. 10 тысяч. Есть вопросы? Раби Схария, я рад вас видеть. Сколько времени мы уже не увиделись? 3 месяца, да? Был один раввин. Он взял его ученик и поехали от Иерушалаим до Бнебрак. И в дороге раввин вытаскивает деньги, окно открывает и бросает 100 шекель. Ученик говорит, рав, что с вами? Нельзя бросать деньги. Он говорит, все нормально. Едет еще один светофор. Он берет еще, вытаскивает. Еще 100 шекель. Он говорит, рав, один прута, один мя. Один копейка, это как 100, нельзя. Он сказал, ой, я вижу, что ты нашел это финансы, много учился Тора, Барух Ашем. И еще один светофор. 5, вытаскивает. И бросает. Он говорит ему, рав, так нельзя. Извини, что я тебе говорю, что ну, нельзя так. Он говорит, видишь, сколько у меня денег есть? Он говорит, да, это твой, не мой. Нельзя. И так 8 раз, на 8-й раз, он сказал, рав, ты знаешь, 8 это такой номер, что он не остается открытый. Может быть, я тут, оставь меня тут, я пойду собираю вес. Для меня это 800, это немало. Он ему сказал, слушай, я молюсь, что ты был так насчет дня и насчет деньги. Написано, и моя адам доег лейбуд дамав, кмоше доег лейбуд дамав, кмоше лейбуд ямав, а я товло. Если человек, ему было важно, как он тирает дня, и не как он тирает деньги, это было хорошо. Есть такие тирают дня, а есть такие тирают деньги. Он всегда думает, сколько мы сейчас потеряли, не сколько времени мы тирали, не сколько дня мы потеряли, а сколько деньги мы потеряли. Он ему сказал, если ты бы знал бы, что надо думать, сколько дня я потерял, и не сколько деньги я потерял, это было супер. Но я только хотел тебе доказать, что у тебя, ты считаешь, сколько, есть такие считают, а если у него есть, супер, что вы знали. Если человек делает грех ночью, и утром закрылось у него какое-то хорошее дело, Бог его ненавидит. Если человек сделал грех, и после грех звонок, алло, шалом, шалом, как дела, хорошо, слушай, я для тебя нашел какой-то кто-то, что-то, что, сколько ты купил? На 5 миллионов, я тебе нашел на 10. О, Барух Ашем, он вчера ночью сделал грех, и он получил такую вещь, Бог его ненавидит, что вы это знали на весь жизнь. Если он сделал грех, и после 5 минут ребенок упал, что-то он потерял, какой-то штраф, какой-то рапорт он получил. Кто-то его остановил в машине, взял у него что-то. Бог его любит. Почему? Потому что Бог это как отец. Ребенок сделал ошибку. Что папа делает? На, делай еще ошибки. На, что ты сделал? Что ты избил твой брат? Сейчас я тебе куплю молоток. Давай, голова вообще, что? На. Нет. Что папа делает? Папа что любит, что делает? Берет руку и наказывает. Не делай! Я тебя люблю. Хосех шифто соне бено. Кто не наказывает его ребенок, он его не любит. Есть такие, испортили их дети. Что тебе надо, сыночек, любимый? На. Иди, на.
Что тебе? Телефон новый, iPhone 6. 7 хочешь, что не вышло? 7 я тебе дам 7. И что не вышло? Что тебе? Тебе 16, машина хочешь? Ты говорю, какая машина? Не. Самая хорошая. Он его убил. Он его испортил. Но ребенок что делает ошибки, и папа его наказывает. Это потому, что его папа его любит. Его отец его любит. На каждую вещь. Если тебе больно, это потому, что отец тебя любит. Пример сейчас. Я ребенок. Я люблю играть Nintendo, Xbox, PlayStation. Да. Я сделал какую-то ошибку. Мой отец мне говорит, больше от сегодняшнего дня. Неделя, я тебя не пускаю играть в эту игру. Мне больно? Это наказ. Ну, конечно. А что? А что надо еще делать? Что? Ну, указочкой по руке ударить. Можно делать? Не ломать кости? Уши поднять, что это? Это хорошая вещь. Ну, на правая сторона. Написано до 13 лет, Ецер ха-ро ребенок батнух. Тут лежит. Это один из четырех знаков, что Яков дал Рахель. Он сказал, ты хочешь, что я узнал, что это ты? Да. Ты должна тут. И в ногу на правая сторона, на этот палец тоже тут нажимать. Написано, что... Сейчас ты мне взял такая... Написано, мужчина, что хочет яйца распустить, должен избить его палец тут и в ногу, правая сторона. Если у вас есть яйца ра, возьмите что-то, дайте удар сильный. Написано, что яйца ра в такие, в три места. У ребенка до 13 лет яйца ра сидит тут. За это раньше наши прабабушки, прадедушки отсюда взяли их, отсюда. Потому что знали, умные были, что яйца ра у них тут сидит. На правая сторона. Тнух ямин. Ахесет ле Авраам пиши так. Что вы знали, раньше работать Бога работа было тяжело. Весь день одевать филин нелегко. Весь день талит было легко. Весь день держать глаза это нелегко. Кто учился Тора и сидел, его наказали. Надо было учиться Тора и стоять. Не учились Тора и сидели. Тора учились и стояли. Не было такой весь сидеть учиться Тора. Не было, нельзя было. Это я, Иисус. Раньше мужчины, я знаю, что вам понравится этот чурик. Раньше мужчины женились, взяли женщины 4, 5, 6. Это было окей, это было нормально. Но сегодня с одна, он не может с одна. Если так мне сказали, потому что одна есть, я не могу, а если были 4, было легко. Это неправильно. С одна тяжело. Что вы это знали, раньше было тяжело. Сегодня легко, потому что мы стали слабы. Но мы должны всегда быть один от всех. Один от тысячи. Не надо искать любовь, не надо искать... Надо искать, я сказал правду, как она есть. Все. Так и должно быть. Что вы знали, если человек, я вам говорю опять, если человек вышел от урока, и он хочет поменяться, он хочет что-то сделать, это самый главный от урока. Если хочешь смеяться, есть много мультфильмов, много вещей, что можно от них смеяться. Урок Тора – это не смеяться. А Гмара пишет, что бдихута това бетхилат ашиур. Хорошо открыть урок с какой-то смешной вещью. Да? Но весь урок – это мы не пришли смеяться, мы пришли работать. Это работа. Авудат Ашем. Авудат Ашем – это работа, как я на себе работаю. После этот урок я думаю… Если я обидел кого-то, как я могу починить? Если я кого-то обидел, как я могу починить? А где я неправильно сделал? Как я могу спасать мою жизнь? Как я могу починить? Я сейчас разводился с моей женой. Как я могу это починить? Мои дети останутся без отец там, мама тут. Как я могу починить? Если мужчина думает, я буду получить лучше, чем она. Это мужчина, что не думает два раза. Почему? Ему не сказали в лицо правду. Ему рассказали анекдоты в это. Ему сказали все в лицо. Ой, он понравился. Мне не надо, чтобы мне понравился. Все одно и то же, это не просто так. Если вам, да чурки вам говорит, это 100% так. Если он вам сказал это не меньше, чем Гмара.
Isti jest мужчина, что думает, что он получит лучше, чем это, что у него есть. Он, у него ошибка есть, он получит хуже. Есть гмара, что написано, что мужчина, что получил испытание с его женщиной. И он с этого испытания не держал, и он ее поменял, весь его дети умерли. Гмара, я вам скажу, где открывайте. Его испытание было его жена. Он должен был с ней жить, если не она, кто-то другая. Вначале все хорошие. Ох, любимый красавчик, ты со мной. Потом он мало стареет, тут она его меняет. Что вы думаете, что тут в Москве она меняет как носки их? Это не так. Ты получил ее, потому что она твое испытание. Она твой экзамен. Что вы знали, если женщина больная, если женщина в душевне, она больная, если она так родилась, это не моя ошибка. Но если она была нормальная, и она стала больная, она стала сумасшедшая, это за наши грехи. Написано за это, что мужчина только смотрит на другая женщина, ее душа чувствует. Что вы это знали, так и есть. За это, что мужчина, он делает грехи, его жена, ее душа чувствует. Что вы это знали, я знаю, вам не нравится. Но... женщина чувствует, ее душа чувствует. Почему написано, «Иш ви иша заху, шхина бенем». «Ло заху, эш охалтам». Что это «иш»? Что это «иша»? Какая буква есть у них, разница между них? «Иш» — это «алеф ючин», «иша» — это «алеф шин эй». У мужчина есть «юд», у женщина есть «эй». Если я вытаскиваю «юд» и «эй» — это Бога имя. Если я вытаскиваю «юд» и «эй», оставается «эш» — огонь и огонь. Если вы вытаскивали Бога от вашей жизни, это огонь и огонь. Но что вы знали, кто огонь больше, чем кто? Мужчина или женщина? Откуда мы знаем? Потому что между «эш» של мужчина есть «юд», а у женщины «эш» вместе «эй» в конец. Она уже огонь так, в жизни она огонь. Есть один человек, пошел на мои лекции в Израиль. Ну, это не то же самое лекция, как тут. Мы там каждый день лекции, это уже мы знаем как. И он один пришел первый раз. Я разговаривал на это, что надо быть простой еврей. И тоже Агмара пишет «Миша йодеа, ино йодеа». Если человек знает, должен показать, как будто он не знает. Если человек понимает, он должен показать, как будто он не понимает. Если человек видит что-то, он должен показать, как будто он не видел. Все наоборот. Так должно быть. Как язык наоборот от этого. И один раз он послушал лекции. Я сказал, она тебе разно... закрой рот. Она тебе так, закрой рот. Он пришел и сказал, знаешь, я уже 5 лет хочу разводиться. Эта неделя я хотел пойти на рабанут. Но я сейчас возьму твой пример, как ты дал, и я так сделаю. Он пришел домой, и она ему там сказала что-то, он закрыл рот. Она ему сказала что-то, он закрыл рот. Она ему сказала, извини, какая таблетка ты взял? Что ты сумасшедший стал? Он сказал, извини, я был в урок, и я на урок слушал, что надо так себе вести. И я, пожалуйста, не доводи меня. Если будешь, это будет конец. Пожалуйста. Она сказала, видишь, начинается. Она так любит, она дразнит, начинает... Он говорит, нет, я обещал сегодня, что я буду новенький. Все. И она утром встает и говорит, извини, но когда ты был нервный, мне было больше интерес. Сейчас, когда ты спокойно, скучно стало. Он сказал, так что ты хочешь, что мы будем драться каждый день? Она сказала, я хочу знать, кто тебя так научил такие вещи? И Барух Хашем, что сегодня они вернулись в тшува. Барух Хашем, Барух Хашем, Барух Хашем. Нету. Вы должны знать, если мужчина сделает, что написано в Тора, если женщина сделает, что написано в Тора, у них будет как вода. Все течет как вода. Но если он будет как огонь против Тора, сатан это против Тора. Тора это вода. Против Тора это огонь. Кто сильнее, огонь или вода? А? Все, вы ответили.